Эллиния авиакомпания, греческий авиаперевозчик, дочернее предприятие холдинга Мазенидис. Специализируется на доступных и удобных перелетах международных и внутренних направлений. Центральный офис находится в Салониках, Ферми, 57001, телефон, факс, 801-181-82-30-23-10, 486-135, e-mail, admin@linear.com, Linear официальный сайт, linear.com, код авиакомпании, EL рейтинг по SkyTrakers, официально компания не оценивалась по данному рейтингу. Однако, согласно опросу клиентов, на сайте британской консалтинговой компании, сервис оценивают на 8 из 10 баллов, по различным категориям. Авиаперевозчик был основан в 2013 году. Первые регулярные рейсы были в направлении Салоники, Киев и обратно. Уже через год работы, добавились внутренние пункты назначения и рейс в Ригу. Основная деятельность компании – обеспечение чартерных перелетов для ведущего туроператора страны, Мазенидис Travel. Сегодня Эллиния авиакомпания обслуживает более 30 направлений и постоянно расширяет географию полетов. Объемы пассажироперевозок увеличиваются пропорционально росту интереса к туристической Греции. Деятельность авиаперевозчика способствует деловому, туристическому и культурному развитию страны. В частности, особое внимание уделяется курортным направлениям Средиземноморья. Авиакомпания МАУ, официальный сайт, Эленар. Авиакомпания предусматривает два способа регистрации на рейс: в аэропорту, перед вылетом, онлайн, на сайте компании. В первом случае, необходимо прибыть в аэропорт отправления и пройти к стойке регистрации, не ранее, чем за 2 часа и не позже, чем за 40 минут до отправления. Также, можно воспользоваться услугами киоска для самостоятельной регистрации. Услуга бесплатна для всех рейсов. Зарегистрироваться на рейс авиакомпании Linear онлайн можно на официальном сайте компании. Доступ к услуге открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 3 часа до рейса. В соответствующее табло на сайте необходимо внести такие данные: пункт отправления, дата рейса, код билета, фамилия пассажира, номер рейса. Далее будет предложено выбрать место на борту и другие дополнительные услуги. После успешного завершения регистрации, на электронный адрес высылается посадочный талон. Для посадки на рейс его следует предъявить в распечатанном виде. Дополнительная информация. Процедура возможна для рейсов из Салоников, Афин, Ираклиона, Родоса, Санторини, Миконос, Корфу, Кавалы, Москвы, Киева, Франкфурта, Мюнхера, Берлина. Большая часть рейсов, Эллиния, предполагают наличие стыковок. Обычно в транзитном аэропорту пассажиры находятся от 40 минут, внутренние перелеты, до 1 часа, международные направления. В случае задержки или отмены рейса, пассажир вправе претендовать на воду, питание и номер в гостинице, в зависимости от длительности задержки. Авиакомпания Руслайн, официальный сайт, денежная компенсация возможна только в случае вины авиакомпании в задержке или отмены рейса, количество проданных билетов превышает фактическое количество мест на борту, рейс отменили из-за недостаточного количества проданных билетов, допущена ошибка сотрудниками при составлении расписания. Такие причины, как неподходящие погодные условия, террористические акты, непредвиденные поломки самолета, протестные акции и тому подобное, не являются основанием для денежной компенсации. Дополнительная информация. Любые преференции при стыковках предоставляются только при наличии посадочного талона. Рекомендуется сохранять его до завершения перелета. Согласно официальным нормам, принятым в Эллиния, допустимо перевозить бесплатно до 20 кг багажа и до 8 кг ручной клади. Багаж. Авиакомпания AtlasJet, официальный сайт, габариты должны быть не более 158 см по сумме трех сторон. Родитель младенца может рассчитывать на дополнительное бесплатное место 10 кг, с габаритами, как и основной багаж. Такие атрибуты, как складная коляска, кресло или сиденье, перевозятся бесплатно и не считаются в нормы багажа. Важно! Греческие авиакомпании ввели специальную поправку для студентов, действующую на внутренних направлениях и на германских рейсах. Максимальный вес багажа составляет 30 кг. Для активации услуги необходимо иметь при себе действующий студенческий билет. Превышение стандартных норм обойдется пассажиру в 2 евро КГ на внутреннем рейсе и 5 евро КГ на международном. Ручная кладь. Габариты не должны превышать 55 умножить на 40 умножить на 20 см. Отдельно разрешено проносить ноутбук, планшет, небольшую сумочку или портфель. Допустимо брать на борт продукты и другие товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту.
При этом их упаковка не должна быть нарушена. Авиакомпания Ilinair предоставляет различные варианты питания пассажирам как внутренних, так и международных рейсов. На коротких перелетах, как правило, подают несколько видов сладких или соленых закусок и напитки к ним. Это может быть чай, кофе, вода, сода и так далее. Для зарубежных направлений греческих авиалиний Ilinair предусмотрены полноценные обеды из двух блюд, горячего и холодного, салата, хлеба, масла и десерта. Также предлагают дополнительно различные напитки, в том числе красное и белое вино производства винодельной компании, относящейся к холдингу Musinidis. Новорожденные дети до 2 лет могут совершать перелет на одном сиденье с сопровождающим. При этом необходимо пристегнуть ребенка специальным ремнем к ремню взрослого пассажира. При желании можно доплатить и обеспечить ребенку отдельное место рядом с родителем, где его можно разместить в детской люльке, не предоставляется авиакомпанией. Обратите внимание, за младенца вносится плата в размере 10 евро звездочка на внутренних и 15 евро звездочка для международных рейсов. Факт перелета с младенцем необходимо зафиксировать на этапе онлайн-регистрации на рейс. Ilinair авиакомпания обеспечивает условия для самостоятельного путешествия детей от 5 лет. Для оформления данной услуги следует связаться с отделом бронирования и сообщить о том, что ребенок отправляется в рейс без сопровождения взрослых. Потребуется указать такие данные: ФИО лица, сопровождающего ребенка в аэропорт, ФИО лица, встречающего ребенка в аэропорту прилета. Детальная информация о путешествии с детьми доступна в соответствующем разделе официального сайта. Флот греческой авиакомпании EL состоит из 10 самолетов следующих моделей: Airbus 319 на 144 места, 2 Шате, Airbus 320 на 180 мест, 6 Шате, Boeing 727-300 на 148 мест, 2 Шате. Официальный хаб Air Ellin – международный аэропорт Македония, расположенном в 15 километрах от Салоников. На территории аэропорта находится стоянка самолетов авиакомпании и штаб-квартира. Второй по значимости хаб – международный аэропорт Керкера, расположенный в одноименном городе. В компании Ilinair принято 3 основных тарифных плана: супер – наименьшая стоимость, при аннуляции возвращается только сумма налогов и сборов аэропорта, классик – при аннуляции возвращается только сумма налогов и сборов аэропорта, комфорт – максимальная цена, возможно полная бесплатная аннуляция и перебронирование билета. Авиаперевозчик регулярно осуществляет рейсы в греческие города Закинтос, Родос, Ираклион, Санторини, Миконос. Также обслуживаются такие международные направления: Италия, Германия, Латвия, Румыния, Венгрия, Сербия, Польша, Россия, Грузия, Казахстан, Эстония. Ilinair относится к бюджетным авиакомпаниям с умеренной стоимостью услуг. Поощрение постоянных клиентов бонусами и дополнительными преференциями не предусмотрено. Информация о скидках и акциях авиаперевозчика периодически появляется на официальном сайте компании. Также узнать о специальных предложениях можно на сторонних ресурсах по продаже авиабилетов и сайтах-агрегаторах. Греческая авиакомпания Ilinair занимает уверенные позиции на внутреннем рынке страны и постоянно увеличивает свое присутствие на международном. Ниша авиаперевозчика – чартерные рейсы, соединяющие популярные курорты Греции с городами Европы и стран бывшего СНГ.